have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы наконец-то обратно в Кристальных пещерах. Я эту игру всегда очень сильно жду, у меня большие перерывы, я записываю, например, пару серий, потом я неделю не играю. Но эту игру я всегда очень жду, чтобы вернуться, чтобы посмотреть, что ждут дальше, потому что она очень интересная. Итак, нам нужно попасть вот сюда. Но сюда нам попасть отсюда никак не получится. Кстати, посмотрите на эту штуку. Видите, здесь на карте за стеной как будто есть проход. Знаете, давайте сейчас до того, как мы пойдем дальше на второй этаж, я хочу проверить кое-какие вещи, находясь здесь. Я сейчас быстренько побегаю за кадром и включу, если вдруг будет что-то интересное. Хорошо, ребят. Вот место с кристаллом, куда я пришел. Видите, там сверху есть какой-то проход. Мы его, видимо, раньше замечали, потому что я помню это зеленое свечение. Но как туда добраться, я прям в душе не знаю. Давайте... Насколько есть вариант, что в этих скалах будут где-то камушки, блин. Я сейчас носом немножечко потрусь, если что-то найду, вернемся. Вот, ребят, прямо здесь. Вот кристалл. Вот тут есть кнопочка. Видите? Все оказалось гораздо проще. Итак, обнаружен... Ёлки. Ёлки, а что же я не сохранился-то? Блин, ты? Он мне мага убил. Ну почему я перед такими кнопками-то, блин, не сохраняюсь? Вот в чем моя проблема-то? Нет! Все равно ведь попал по мне. Дай сюда одну. Я не хотел сюда уходить, потому что у меня ощущение, что если я сюда сейчас телепортнусь, то я обратно уже не попаду. Так, во-первых, вернули себе одну баночку из двух, как минимум, что уже хорошо. Что я взял? Что за зеленый кристалл-то такой? Снижает урон группе от физических атак. Защита от физических атак. То есть мне дали кристалл, который теоретически был бы абсолютно бесполезен в этой пещере, потому что тут атаки все были магические. Интересно. Так, стрелы. Это у нас для лука. Да, для лука. Кстати, у нас лук... Я не помню, когда и где у нас был лук. Бомбы ядовитые. Я заберу. Стрелы, бомбы, кристалл. Пули. Перегруз? Перегруз. Нам пули надо будет сложить в хабе, наверное. Я думаю. Мне кажется. О, еда. На, как раз покушаешь, полегчает тебе. Огненных элементалей-то, кстати, наверное, тоже можно было убить. Я просто растерялся и такой, давай их лицом хавать. А с ними можно было получше поступить. Ладно. Кто же знал-то? Тут у нас все, ни золотых ключиков, ничего больше нету. Интересный секретик. Хорошо, что я его только что заметил, на самом деле. Просто когда смотрел на карту.
Ну да, мы бы уже назад не попали никак. Если бы я сейчас сбежал бы в портал, там бы исчезли бы бомбы, стрелы и элементаль. Поэтому, ладно, хорошо, что так получилось. Давайте. Обидно, что пришлось использовать эту. Вы сами поняли. А я тут даже ни разу не ходил-то повнутрь, да? Я просто там кнопку нашел и все. Кнопки на этих деревяшках. Очень такая подлая, что ли, штука. Их фигу видишь, во-первых. А, в общем, ладно. Вы сами уже поняли, в чем прикол. Хорошо. Теперь. Вот это вот место. Я не знаю, как туда пробраться. Вот тут вроде как дверь, не дверь. Что оно такое? Прямо на входе. Ладно, к этому секрету мы с вами, наверное, попробуем подобраться уже в следующий раз. Пойдемте на второй этаж. Там явно есть что-то интересное, но я не хочу туда возвращаться из-за этих порталов. Хотя, ладно, черт с ним, сейчас пойдем. В общем, ребят, вон там со стороны лестниц, хоть там и виднеется проход, я не знаю, как туда добраться. Очень стойкое ощущение, что вот эта стена должна куда-то или двигаться, или что-то с ней должно случиться. Она и выглядит немножко неестественно, и за ней явно есть проход. И она выглядит не как скала, а именно как стенка. Каких-то тайных кнопок я тут пока что не нашел, не увидел. Но у меня ощущение, ну, практически 100%... А! Здравствуйте, я же сказал, что это здесь. Вот эта кнопка. Интересно, она на время или нет, ладно? Я совершаю свою классическую ошибку, да? Давайте сохранимся. Теперь поехали. Можно пройти... Ага, во-первых, сюда. И взять вот этот мешочек с... Ой, с травками. 41 хилка у меня уже может быть сделана теоретически. Так, а мне этот мешочек под что-то нужен? А, у меня есть два пустых мешочка, да? Мешочек. А тебя мешочек перевешивает сразу. Ах ты мелкий. А что в ящике? Мешочки 9 мест. Я бы на самом деле, наверное, тогда бы... Сколько весит? 0,4. Сейчас, погодите. Мы, может быть, сейчас по-другому сделаем все. Мешочек весит 0,4. Сколько весит пустой ящик? Сейчас мы его добро раскидаем немножечко. 3 кило. Да, ящик я здесь оставлю. Возьму у него еще один пустой мешок. Получается, у нас ящик весит очень много. Нам проще все это таскать в мешочках, потому что мешочки гораздо легче сами по себе. Надо будет в дальнейшем, если что, перекладывать все в мешки. Так, что я тебе кинул? Я тебе дудочку кинул, ну это в смысле... метательную. Так, а тебе пошли рецепты. Рецепты я тоже позапираю. И положу их вот сюда. Вот так. По идее, будет более оптимально. Хорошо. Так, этот тупичок мы залутали. Это я уберу. Хорошо, здесь. А че это я хожу без боевых заклинаний? Серьезно? Тут, блин, выход? Видите, тут прохода никакого нету. И лестницы двойные. А куда это я попаду? Не подскажете? Это секрет. Лес древоногов! С кристаллом! Шляпка, конечно, такая себе... Такая, в принципе, уже не нужна никому. Никак, нигде.
Я бы даже сказал, никогда. Итак, что мы получаем? Мы получаем 100-500 патронов. Блин, чувак. 5 ядер. Это ядерное оружие, как-никак. И шашка. Тяжелое оружие. 16 на 49. Критический урон 5. Так, погоди. 18 на 55. Уже лучше. 11 на 34. Утренняя звезда. Это я, наверное, выложу. Требует это серии из трех быстрых и смертоносных точных ударов. Удерживайте кнопку. Точных! Смотрите, критический урон плюс 5%. Тяжелое оружие. 16.49. Погодите. Так, ящик, наверное, к черту. 14.43. 8. Там что-то шипит? Мне показалось. О, тут еще штанчики какие-то. Ну, конечно, с этой одежды тут такой. Рубашка, штаны и шляпа. Ну, самые-самые первые, самые-самые базовые. Здрасте. Но я их просто аннигилирую. Даже если они мне нанесут какое-то увечье, тут есть кристалл. Что хорошо. Смотри, сколько камней с них сыпется. Минечка, у кого там камни были? У тебя? У кого? У тебя. На, держи. И тут камни, и тут, короче, дофига всего. Так, это запасной... Это запасной выход! Ах ты ж! Теперь я понял, в чем прикол. Погодите, тут ходил еще... Я не хочу экспу упускать. Офигеть. Вот это круто, кстати. Вот это мне понравилось. Запасной выход. Так, погодите, а хаб здесь далеко? Да, хаб здесь очень далеко. Это аж лес древоногов. Это прям офигеть, как далеко все, мне кажется. Под ним что находится? Тоннели древоногов. Да, там я тоже уже все прошел. Но вот этот классный секрет, мне понравилось. Фух. Ну что ж. На этом я считаю, что, наверное, секреты этого этажа закончились. Я хочу в это верить, по крайней мере. Ладно, такие, прошлую серию начинаем с того, что собираемся переходить на следующий этаж. Эта серия... А что тут такого интересного? Ёлки. Ну, я доволен, что я заглянул, посмотрел. Это было классно. Так, я не туда, я не там. Мне не тут. Давайте я не буду... Да, я не буду опять разгадывать эту загадку. Хорошо, спасибо. Дальше, да? Да. А ты тут откуда взялся, другалек? Стойте, откуда паук-то? Я ж тут всех поубивал. Еще? Вы что, спаунитесь тут, что ли? На 96, кстати, неплохо. Нет, я-то, в принципе, наверное, даже не против. Экспа, она никогда не лишняя. Но откуда вы здесь? Офигеть, смотрите сколько! Я же не загружался. Ну то есть...
Погодите, а туда? Я схожу, поубиваю сейчас минутку, ребят. Что-то паучков поднаспавнилось. Причем вот перчатки, которые я выложил тяжелые. Вот тут все активировано. Саму локацию я не перезагружал. Но когда я сейчас сюда вернулся, она была опять полностью забита пауками. Так, ладно, мне нужно... Да, у нас там был метеоритный дождь, вроде как, который я хотел прокачать. Мне нужно еще два уровня на мага. Тогда я думаю... Ух, блин, чуть не улетело. Я думаю, я в шоколаде буду. Хорошо. Ну что ж, мне кажется, что тут у нас таки все. Давайте пойдем дальше. Сейчас отдохнем немножко. Потому что я хочу, чтобы маг у меня все-таки был восстановлен. Сейчас запасной выход, блин. Поехали. Вы это слышите? Он не загорелся. Стрелять я в него не буду. Посмотрите, что он мне с магом сделал. Нет! Ждем. Но я не против. По крайней мере, у нас есть способ свалить. Так, это делаем так. Где он? Да! Посмотрите, сколько тут этих ушлепков. 64. Погодите, они меня так не замечают, что ли? 84. Ну подожги ты его. 73. Неплохо, неплохо. Если они меня так не замечают, я могу по ним потихоньку стрелять. Эти ребята очень жесткие. Я к ним не пойду. Идите нафиг. Там еще пауки ползут, я это слышу. Выйдите на дальность стрельбы, пожалуйста. Смотрите, сколько. Блин. Ждем. Сейчас восстановим магию немножечко. Потому что это все очень дорого стоило. Блин, вот сейчас бы мне этот метеор шаур пригодился бы. На! Сто десять, хорошо! Их тут трое или сколько? Давай сюда, в эту сторону лети. Ну, просто танковать я такую штуку не смогу. Вон, там паучок бегает. Блин, маг проголодался. Давайте пойдем покушаем. Так, селедка тут была, да. Их три. Блин. Смотрите, он сколько этим харчком забирает. Почти пол жизни. Так, еда. Еды у тебя нету, кстати, ребят. Так, чтобы не пугаться, но у нас не так уж и много, как еды остается. Наверное, надо как-то поаккуратнее с отдыхом. Блин, свет потух. Но эти ребята очень жесткие. Ха! Минус. Минус.
Этого не видать. Давай еще один шажок сюда. Я надеюсь, урон по нему прошел. Серьезно. Потому что этот чувак с этой стороны уже начал подпирать. Сюда они не хотят подходить. Я уже не знаю, то ли это баг какой-то, то ли фича. Давай сюда. Ну, налево, чувак. Ну, налево. Восемь. Есть. Минус два. Что не может не радовать. Так, ладно, пауки пока что мне ничего... Так сказать, мне пауки пока что, блин, ничего не сделают, но они меня взяли и отравили. Так, противоядие. Я не буду цацкаться. Их тут было два или три? Вон третий, вижу. Чертов паук, ну нафига ты туда пошел? Так, чуть-чуть отдохнем. Надо манну восстановить. Без манны я им мало что сделаю. Да куда? Я забываю, что... Тварь. Что бы я делал без фаербола, вообще бы не знаю. О, веревка. Да. Но у нас есть уже одна. Это хорошая вещь. Но у нас... И мы за нее тогда золотым ключом заплатили, между прочим. Так, хорошо. Кнопочка. Не кнопочка. Значит, как-то по-другому она открывается. Тут обвалено. Тут ничего нет. Тут ничего нет. Кнопочек вроде как нет. Мне кажется. По карте, да, видите, это дверь. Вниз падать не рекомендуется. Это я свою арбалетную стрелу подобрал. Хорошо. Вредно для здоровья вниз падать. Тут опять же кнопочек никаких нету. Ха! Здравствуйте. Портал? Метательный топорик. Не знаю. Тут ничего такого нету. Погодите. И зачем это? Не-не-не, ну просто так же ж не бывает. Вы, короче, взяли, убрали забор, поставили сюда бочки. Зачем? Что здесь? Хорошо, сейчас мы сюда вернемся. Я сначала хочу... Слышали, да?
Стойте, нет, ну там вон еще мостик был, куда можно было пойти. Ладно, пойдемте посмотрим этот портал. Страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. А, это нам подсказка была, что в это место попасть можно, что ли? Хм, интересно. Ладно, минутку. Разбежавшись, прыгнул со скалы. Секрет. Ожерельцо. Владелец приобретает иммунитет к отравлению, болезни, параличу, замедлению, слепоте и окаменению. Да, например. Хочу. Так, ты у нас драгоценный. Они, кстати... А, не одинаково смотрятся. Ты у нас что носишь? Ты у нас силу носишь, да? Цепочка силы, да. А ты... Больше опыта. Ну, получается, что паук кусает переднего героя, и у нас 50% того... Да, ну то есть, главную героиню он уже никак не отравит. Блин, маг голодает просто зверски. А как ты здесь оказался? Ты через портал пришел? Ты такой умный, типа? Че, самый умный, что ли? Ладно. У меня тут 5 ядер, между прочим. Ядерное оружие. Ладно, таскай ты пока что это ожерелье. Тут у себя. Это мы соберем урожай. Блин, и тебе скоро есть надо. Всем скоро есть надо. На тебе черепашатине. Мне кажется, нам придется возвращаться куда-то. Говорю, за едой нам придется возвращаться. Догорел. А, вы отсюда пришли? Это интересно. То есть, по идее, это у нас был, ну, такой бонус к секретику, что пауки повылазили. Сюда нужен ключ, сюда я сейчас не попаду. Отлично, договорились. О, еще паучки. Там на 80, красиво. А тут вот, тут вы откуда взялись? Это все они оттуда поразбегались так? Фига себе их там было. Ладно. Допустим. Допустим, мяу. Пока что тут жестенько как-то. Тут много пауков, и сюда не пройти. А здесь? Вот сюда мы еще не... А, погодите, это случайно не то место? Возможно, и то. Кнопки никакой нету. И тут нету. И что мне делать? Вот там через дорогу, да, это тот секрет, где я был, вон он. Это я понял. Туда меня просто телепортнуло. А вон там как открыть? Там я не вижу, куда я мог бы что-то метнуть или что-то бы сделать. Тихо. О. Это странно. Не то чтобы странно-странно, но просто странно.
У меня ключа никакого нет, я не туплю. Стойте. Отмычки, часы, катар, пистолет. Фигня, фигня, фигня. Шашка. Ядра. Чистый изумруд. Золотые ключи. Ожерелье. Это все, конечно, тоже круто. Кстати, электробомбы. Свиточек этот надо бы, наверное, сюда поставить. Черт его, не знаю. Посмотрим. Веревка, вы мне намекаете, что ли? Про веревку это намек? Добрым молодцам урок. Хорошо, давайте попробуем. Я уже знаю, что я об этом пожалею. Черт. Это оказалось правильно. Это оказалось правильно. Просто без веревки я бы здесь убился. Фиг тебе. Фиг тебе. Гори, гори, ярко. Итак, кузница павших звезд. Кстати, противоядие на, держи. Эту больше не отравят, а вот тебя отравить могут. На, рыбку скушу заодно. Где там уже этот чертов уровень? Ёлки-палки, его ждать 33 года теперь, этого уровня. Кузница. Падшие... Погодите. Павшие звезды. Что у нас было со звездами, с космосом связано? Метеорит был? У нас было правый глаз, левый глаз. Я видел, где упал метеорит. Я видел, где упал метеорит. И я видел, по-моему, оба. Обе этих морды. А где я их видел? Ага, сейчас я вот так вот возьму и вспомню. Ладно, придется, видимо, немножечко попересматривать старые видео. У нас есть кристалл. Это уже замечательно. Кристалл. Крепкие яйца какие-то. Кристаллов, на удивление, много. Я не жалуюсь, но они есть, и это хорошо. То есть там в секретке у нас кристалл был. Здесь еще один кристалл, наверху еще один кристалл. Я вот это заберу, если вы не против. Спасибо. Большое помещение. Пойдемте. Че мимо-то машем? Еще одна травка, проход. Мне просто я немножечко опасаюсь, что тут будет что-то пострашнее пауков. Смотрите, какие огромные помещения. Это, я бы, наверное, сказал бы, что это выглядит как битва с боссом. Но я просто знаю, что боссы здесь немножко по-другому устроены. Дверка, которая открывается только ключом. Это мы сейчас... На дне кристальной шахты. И выбраться мы отсюда, видимо, сможем... Черт, а как мы отсюда сможем выбраться? Мы спустились на фиговой веревке. Там что-то горит, кстати. Или это огненный элементаль, или реально что-то горит. Стрелы. Чему я бесконечно рад? Конечно. Но предпочел бы, чтобы мне еще и лук дали. Черт. Здрасте. Это мне нужно как-то тебя заставить выстрелить вон в туда. Я понял.
Этих штук очень много. Буду разбивать, я не вижу смысла оставлять это все здесь. Кстати, да, экспы мне, по-моему, за них не дают. Если я правильно понимаю. Это чисто для личного самоудовлетворения ты эти штуки убиваешь, потому что... Ах, как хорошо, паучки, я вам отомщу, твари. Портал. Да. Оп, вот видите? Вот видите? Видите, вот? Сколько травы прилетело к нам. Так, ящик к черту. Да, у тебя есть нечего. У тебя есть нечего. А, фух, у нас тут еще есть скриночка с едой припасена. Я уж начал немножечко переживать, дергаться, что у меня осталось еды, буквально там хомяка накормить и все. Но нет. Мы еще немножечко поблуждать можем. Так. Вот сюда. Понял. Это на скорость? Видимо, нет. По крайней мере, я туда успеваю пройти. Хорошо. Давайте тогда тут все доисследуем. Там что-то есть. Это выглядит как ключ. А, это мне вот эту штуку нужно выстрелить. Хорошо, заряди меня. Найди меня в радуге дня. Ладно. Заряди меня. Чем и как? Зелька противоядия. Это всегда хорошо. Бомба-молния. Тоже. Не, тебя сразу это перегрузило, да? А тебя? Тебя, естественно, тоже. На. Тебе все равно пофиг, что таскать. Два мешочка. Кстати, мешочек... Я бы, наверное, сюда вот так вот факелы бы сложил. Может быть... Кристаллы? Я не уверен, насколько я ими буду пользоваться. Короче, всякого пока сюда поскладываем. Просто, чтобы место освободить. Заряди меня. Сюда нужно что-то... А, в смысле, сюда нужно... Это... А, серьезно? Электромеч. Концентрация 1. Меч 8, 24... Какой у меня сейчас... 12.37. Во-первых, лучше. Во-вторых, концентрация 1. Шаровая молния. Но концентрация у меня есть... легкое оружие там не надо? Легкое оружие 1. Молния. Заряди меня. У меня электрические жезлы эти оставались, я их выкинул, нет? Ха-ха, хорошо. Ну, то есть, если мы говорим про зарядку и находим электрический меч, наверное, это как-то связано. Было бы слишком подозрительно, чтоб нет. Так. 20 самоцветов могущества лежат на пути к просветлению. 20 самоцветов могущества. Самоцветы могущества. 20. Погодите. Из 4 мы делаем... Так-то по-хорошему, мы в пещере видели один самоцвет, но больше не видели. Сейчас мы отсюда телепортнемся, там еще поверху походим. Но фишка в другом. Пойдемте пробовать с электричеством химичить. Не знаю, как это все...
Заряди меня. Пробуем. Не удар, наверное, а выстрел. Как стрелять? Погоди. Концентрация 1 требуется. Я тебя понял, хорошо. Так, вторая рука. Явно нет. Я тебя понял. F9. Мы сделаем вот таким вот образом. Вот и все. Так мы получаем ключ отсюда. Супер! Вот нам и пригодилось. Кривенько, конечно, но уж что поделать же. Дверька у нас туда. Туда. У нас есть кристалл. Кристаллом я пока пользоваться не буду. Блин. Погоди. Нет. Нет. Молния. Я могу молнией ударить, если что. Хорошо. И тут я осознал, насколько все тупо. Мне изначально было заклинание молнии, но я использовал жезл. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Зачем я так? Смотрите, сколько их там. О, они убиваются. Их можно убивать, по крайней мере, с этого экспалити. Зарядись! Зарядись! Да, там огненные элементали. Это элементарно. Их можно взрывать, это уже хорошо. Ну, в смысле, простыми стрелами. У меня теперь хватает урона, чтобы я мог их просто пристрелить. Значит, магия мне тут особо не помощник, потому что она на близком этом, а вот на дальнячок вполне может быть. Что за звуки страшные? Офигеть. Это тут у нас элементали обитали, да? Элементали обитали. Обитали элементали. Здравствуйте. О, синий кристалл. Я сейчас прочитаю, что этот парень от меня хочет. Погодите, я сначала... Блин, мне поесть надо. Мак, ну ты, конечно, блин, этот троглодит. Сколько можно жрать-то? Итак, хранитель владеет ключами ко всем тайнам. Было бы странно, если бы нет. Видите? Второй камушек. Первый где-то на первом этаже находится. Как к нему достать? Вообще непонятно. Но второй здесь. Теоретически его можно забрать, если мы сейчас найдем способ, как это сделать. Я ухожу от него, да? Тут наши полномочия все. Еда. Так. Так. Ясно. Это просто подразнить нас, да? Типа, вот, смотри, вот он лежит. Просто приди и возьми. Грибочек пропустил. Они же сюда... Ты сюда не сможешь взлететь?
Хорошо. Мне кажется, как только я на эту штуку наступлю, она это... Так. Заметка. Смотри, куда ступаешь. Да. Я тебя понял. Ну что, получается методом горьких проб и ошибок? Этот уголочек пройден. Хорошо. Значит, там можно по углу пройти. Теперь здесь. И здесь можно пройти. Кнопочка. А, можно просто вот так было сделать. Здравствуйте, я забираю. А в эту сторону, кстати, я никак не попаду. Если я нажму кнопку, я останусь там с этими ребятами, да? Хочу ли я нажимать на эту кнопку? Ну, давайте. Блин, нафига ты меня так пробиваешь-то, а? У нас тут есть где покружиться с ним? Есть. Окаменение моментально, да? Фигня. Так, их еще двое. Где там? Блин, до кристалла очень далеко на самом деле. Подлечусь вот так. Рискую сейчас. Там золотой ключик, вот что там. Есть, минус. Что там, паук остался, да? Вроде как. Нормально, справились. Да, это золотой ключ. То есть это был файт за золотой ключик. Теперь у нас их три. Ну, экспы немножечко, конечно, дали. Да, потеряли одну бутылку, но одна бутылка это, в принципе, не страшно. А камень забрали. Блин. Данж зачищен, грубо говоря. Я думаю, что я, возможно, мог тут еще что-то где-то по мелочи пропустить. Но, по сути, то, зачем мы сюда пришли, мы забрали. Ёлки-палки. Экспу мы не добрали тут. Сзади! Это подло. Ah!
Ого! А так нельзя, ребят. Ну что ж, опять подошли к этому моменту. Я думаю, что попробовать пробежать вперед. Это вариант. И держать оборону где-то возле кристалла, вон там. Ой, этого я раньше не замечал, спасибо. Быка мне отравили сразу. Дали хотя бы вот здесь. Чем не место? Как ты промазал, блин, по такой туши паучьей? В принципе, я по ним наношу нормальный урон. Ну, где-то троих-четверых я танковать могу. Посмотрим, сколько их тут будет, если я промахиваться еще не буду, конечно. Может, быка придется полечить, кстати. Я так подужимаюсь по бутылочкам, хотя на самом деле бутылочек я могу сделать много. Я могу делать уже большие бутылочки. Ну, как-то... Ладно, посмотрим. Да, пойдемте немножко полечимся. Чувак преградил нам путь к лечению. Нам скорее быка лечить надо. Его там прям прищит. Фух. Ну что ж, теперь, чувак, можно и с тобой поговорить. Я еще не знаю насчет оружия для быка. Какое мне лучше взять и... Блин, дайте мне уже уровень. За них так мало дают, я чуть не обратил внимания. Сколько за вас экспы прилетает, ребят? Блин, он промахивается. Он промахивается! Он фигарит довольно неплохо, но... Вот эти промахи. Фух. Неужели новый уровень? Это свершилось. Я всех этих пауков хочу собрать, потому что, ну опять же, экспа это всегда экспа. Поэтому глупо было бы упускать эту возможность. По 325 за них дают. По 325. Значит, можно будет еще парочку их уфигачить. Минутку. Так, это у нас свиток огненный шар, щит, зов ночи, не то. Силовое поле, не видно. Кстати, невидимость. Ядовитый щит, вспышка пламени, облако яда, ядовитая стрела. Пришел, блин. Вот зачем ты меня отравил? Ну, что ты за человек такой, а? Где? Вот, метеоритный дождь. Аллилуйя. Метеоритный дождь. Эй, эй. Нам нужно магия воздуха 3. Навыки магия воздуха. Принять. Еще один уровень в магии воздуха. По сути, я могу его даже прямо сейчас качнуть. У меня есть две книжечки, дающие мне прям сразу скиллпоинт. Прям сходу. Так, дружище, сдохни. Не попал. Не попал. Супер. Еще один уровень приехал сюда. Что я там качал? Уклонение, что на третьем уровне навык
третьем уровне навыка период ожидания перед выполнением любых действий снижается на 10. Хочу ли я? Попадает она хорошо. Мне бы быку точно скачать. Давайте я пока и уклонение прикину. Так, паучки, паучки. Я тебя слышу, говнокусок. Ну хорошо. Ой, блин, мне его покормить надо. Торс покалечил. Торс это не проблема. Вроде как. А, поесть. Поешь вот это. Поешь вот это. Тут вроде их двое было. Потому что я одного за собой тогда убил, и меня заперло. По-моему, их-то... должно было быть больше. Хорошо. Нет, так нет. Еще раз к... Там за стенкой шерудит еще. Я понял. Привет, сдохни, тварь. Все? Ну, надеюсь, что... А, надеюсь, что да. Их просто поразбредалось тут по всей пещере. Хорош крит, кстати, на 152 неплохо прилетело. Ну теперь точно все. Фух, ну думаю, что да. А это... А, во. Каждый раз, когда я думаю, что точно все, приходит еще одна фигня. Я все равно пойду лечиться. Блин, как-то неудачно-то. Все равно сейчас пойду лечиться, поэтому можно его потанковать немножечко. Все. Да! С этим этажом покончено. Мы забрали камушек, спустились. Кто? Еще два? Какой стороной, блин? Фиг ли вы тут такие бесконечные? Фарм уровня просто происходит. Еще два, кстати. Не попал. Не попал. Что мы можем тебе, другалек, прокачать? Надо, наверное, бы хилок понаделать, кстати. Может, между сериями займусь этим. Алхимия на 5. На 5-м при изготовлении бомб у тебя получится 3 вместо 1. Но мне это явно нужно. Точность. Давайте, наверное, вот так вот. Алхимию качнем на мастера. И я вот думаю, может, все-таки огнестрел. Тут уже все. Я не хочу лишнюю экспу пропустить. Но вроде нормально. Нужно уходить отсюда. Где я окажусь? Вот что мне интересно. Здесь. А если... О, погодите.
А если? Я думаю, если поспускаться в разных этих направлениях. Ну, давайте тогда это уже увидим в следующей серии. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.